каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия объявляет прием документов на предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. Прием документов производится отделом переработки сельхозпродукции, рыболовства, продовольственной безопасности. Субсидии предоставляются на поддержку собственного производства молока сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и отгруженного на собственную переработку коровьего или же козьего молока. Заявление можно будет подать с 1 февраля до 1 марта текущего года. Сегодня прошла совместная итоговая коллегия регионального министерства строительного хозяйства и ЖКХ и службы государственной жилищной инспекции строительства надзора Тувы. Евгений Овсяников в своем докладе озвучил итоги ведомства за 2017 год. Так, за прошедший год в сфере капитального строительства в республике было введено в эксплуатацию более 3000 квадратных метров. Это 4 многоэтажных дома. Помимо этого, в данный момент на стадии оформления правоустанавливающих документов находятся еще 6 домов с общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. По словам министра ведомства, в целом за 2017 год ввод жилья по республике составил 100 тысяч квадратных метров, 2,5 тысяч из которых были введены за счет строительства домов для детей и сирот. Также в прошлом году были построены и социальные объекты: лицей номер 16 города Кызыла, пришкольный интернат, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт и другие. Кроме того, ведомство разработало план стратегии развития жилищной сферы и жилищно-коммунального комплекса до 2030 года. Так, министерством определено улучшение обеспечения жильем населения республики. За 12 лет планируется построить дополнительно 1905 квадратных метров жилья. Общих жилищный фонд на начало 2017 года 4382 тысячи квадратных метров. К 2030 году составит 6314,4 квадратных метров. Развитие жилищного строительства связано в ближайшие 3 года с развитием приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Елена Воробей, Аскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом» 10 февраля в Доме народного творчества. Местный житель подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр. Региональным следственным комитетом в отношении 34-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Залы игровых автоматов, где было организовано проведение азартных игр, завуалированных под разрешенную деятельность на рынке ценных бумаг, были размещены в городе Кызыле. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения экономической безопасности Управления МВД России по городу Кызылу и МВД по Республике Тыва, установлен подозреваемый в организации незаконного игорного бизнеса. Незаконная преступная деятельность подозреваемого и иных лиц была пресечена в результате совместных действий следователей следственного управления и оперативных сотрудников МВД. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд материалов для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям операторов игровых залов, которые, выполняя свои функции, способствовали проведению азартных игр. Расследование уголовного дела продолжается. Следователями Следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников МВД и Росгвардии были проведены осмотры и обыски в местах, где была организована незаконная игорная деятельность, с последующим изъятием компьютерной техники, комплектующих к ним, а также денежных средств. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд материалов для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, органам следствия будет дана
Правовая оценка действиям операторов, которые способствовали совершению незаконной игорной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается. Пожалуй, самая низкая цена на шубы. Зима в самом разгаре, а это значит, пора позаботиться о тепле и комфорте на долгие месяцы. Во все времена и по сей день лучшей защитой от холодов и непогоды, а также роскошным украшением, символом статуса и хорошего вкуса является шуба из натурального меха. Компания «Белка» рада предложить модницам и модникам новую коллекцию изделий российского производства. Шубы из мутона, бобра, каракуля, кролика, а также обновленные изделия из норки, овчины и лисицы. Точное отражение тренда. Компания «Белка» радует своих покупателей высочайшим качеством изделий из меха и кожи, приятными и понятными ценами, а также возможностью приобрести любую понравившуюся модель в честную рассрочку на срок 6, 12 и 24 месяца, без первоначального взноса и переплаты. На выставке меховой компании «Белка» представлено более 1000 классических и современных моделей женских шуб, а также мужские куртки из натуральной кожи, дубленки, головные уборы и восхитительные варежки тонкой работы. Компания предусмотрела полный модельный и размерный ряд от 40 до 62 на любую фигуру. Все меховые изделия имеют сертификаты и чипы. Внимание! Последний раз в этом сезоне выставка-продажа состоится с 8 по 11 февраля в спорткомплексе имени Ивана Ирыгина, город Кызыл. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные, займы до зарплаты. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные», надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Кызыле облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ночью -30, -32, днем -19, -21 градус. На дорогах гололедица.